Всем доброго времени суток, а мы летим, мы пытаемся успеть. Уже никуда не пытаемся успеть. Нет, все-таки пытаемся. Интересно, злодеи ценят мои усилия по их поимке? Где там бомба, горячее преступление? Придется искать другой способ путешествовать. Yes, еще одна бомба, то есть это какое-то горячее безумие преступление. Какое-то! Здесь бомба! Нужно охватить весь район и проверить, что я почувствую. Поторапливайся, паучок. Только не благодарите все сразу. Yes. То есть оно помигало красным, мы не помогли. Мы, значит, проиграли автоматически. Местный владелец магазина. Да-да-да, так, все. Мы движемся на... На задание. Давайте в логово Крэйвена узнаем, что же он на самом деле хочет. Он двойной агент. Хочет Оскорб развалить изнутри. Крэйвен, пора нам потолковать как наставник с учеником. Обсудим наши общие цели. Наметим план пятилетки. Объяснишь, зачем связался с человеком желе? Кажется, никого нет. Но есть шанс найти ответы. Крэйвен ушел, но он торопился. Наверняка я обнаружу улики, если как следует поищу. Ну, как-то сомнительно, что Крэйвен... оставил улики. О, прикольно. Нужно как следует просканировать помещение. Все это для меня. Он собирался убить меня и сделать чучело. Все это время он изучал меня. Испытывал, выявлял мои способности и разрабатывал тактику. А еще готовил ловушку. Ты трус! Мерзавец! Это и есть твоя честная охота? О нет! Только прелюдия. Сейчас будет бегущий по лезвию. Часть следующая. Итак, охота. Так, хорошо. Я дал тебе противоядие, оно снимет все эффекты транквилизатора. Мне это нужен в наилучшей форме. Вот дела. Хватит строить из себя короля Артура! Столько слов о чести. И ты меня обманул! Предал! Ради Кингпина его денег! Все не случайно. Я не предавал тебя. Я обучил тебя всему, что знал. Не только для того, чтобы ты устранил людей Кингпина, но и с целью сделать тебя достойнейшим противником, настоящим врагом, лучшей добычей. Теперь надеюсь, ты готов. С ним будет не так печально, как было с женщиной и кошкой. Кто охотник, а кто дичь?
Ты использовал меня, чтобы убрать соперников Кинг Пина. А что насчет Кэсси Ли? Я заметил, как ты помешал ему говорить со мной. Кэсси Ли был полезен некоторое время. Он сеял страх и недоверие. Но он был настоящим чудовищем. Рано или поздно его бы пришлось убрать. Иди сюда, мальчик. Он среди деревьев. Нужно найти его, пока он не расставил ловушки. Тебе не сбежать. Ты хотел показать мне, как Кэсси Ли убивает того парня. Зачем? Чтобы я убил его? Чтобы испытал вину? Или ты просто больной на голову? Это была проверка твоей силы. Сможешь ли ты выдержать вид пролитой крови? Признаться, ты меня разочаровал. Давай. Всегда на шаг позади. Сейчас идем. Так, мне вот эта вторая часть. Все еще жду объяснений по поводу твоих усов. Невероятно. Я тебя изучил. Ты не способен к подобной ярости. У тебя нет инстинкта убийцы. Кто-то просто вот покраснел, нажимаем Е. Ты гонишься за тенью! Правда, я чувствую такую же ярость. И не меньше тебя жажду отомстить врагам. Вот только я знаю, что это неправильно. Однажды я подрался с настоящим неудачником. Так вот, он был лучше тебя. Давай. То есть, вообще-то вот так я нашел, вроде бы все легко. Всегда на шаг позади. Сложно разглядеть его среди деревьев, но я постараюсь. Я чую твой страх. Пока все получается. И когда я его так валю, бесперестанно не появляется это его привидение гребаное. Говорят, злодей... Пусть так. До смерти. Нет! Да, по-твоему, не будет. В мою смену никто не умрет. Yes. Вообще налегке. И судьи выставляют паучку в высший балл. Только покраснел, нажимаем Е. Ладно, я их выдумал. Нет проблем. Все. Умоляю, убей меня. Смерть лучше поражения. По-твоему, смерть не поражение? Вернешься с того света Крэйвеном зомби или как? Победа за мной. А значит, я командую парадом. Назови свои условия. Определенно, у тебя не все дома, Крэйвен. Но ты всегда жил по своему безумному кодексу чести. Ты расскажешь мне, как добраться до Кингпина. Правду. Все, что тебе известно. Слушай. Ну что же, ты честно это заслужил. Спрашивай, и я отвечу. Я тут встретил кое-кого. Говорят, подопытных он получает из Рейвенкрофт. Но как? Заведение уже не финансируется государством. Вся надежда на частных спонсоров. А Фиск – самый крупный из них после смерти Нормана Осборна. Ему позволили проводить опыты на заключенных, как какому-то доктору Жранкенштейну? Это поощряется. Заключенные считаются безнадежно ущербными. Годятся только для опытов. Да. Я тебя знаю. Ты всегда осматриваешь окрестности. Ты все замечаешь. Да, это правда. Я встречался с Фиском в его логове. Я запомнил местоположение камер, орудий и точек проникновения. У него система безопасности Телек 4566. И я знаю пароли. Офигенный чувак. Ставлю 5 с плюсом. Нарисуй карту. Смотри, ничего не упусти. Раскомандовался. Моя информация поможет тебе попасть в здание. Но все равно личная встреча с Фиском неизбежна. Отвлеку его печеньем. Вот почему ты проиграешь.
Ты его недооцениваешь. А он бьется насмерть с детства. Если ты хоть на мгновение покажешь слабость, он заметит ее и убьет тебя. Старый добрый инстинкт убийцы. Тебе он пользы не принес. Не знаю, сможет ли полиция что-то на тебя повесить, но все равно советую вернуться в Россию. Фиск не я, он вряд ли тебя простит. Ура! Победа. Последняя открылась, да? И что же там нам дают? Химические составы, использующиеся крем, позволят человеку-пауку доработать свои паутины, чтобы та воздействовала на ионы. На ионы в определенных металлах, вызывая их разрушение. И что это? Так. Быстрее ослабляет любую броню. Стоит ли ее брать? Ладно, давайте возьмем. Что нам это даст? Что она почти мгновенно делает любую броню хрупкой. Но я думаю, это нам в будущем очень пригодится. По крайней мере, мы сможем легко всех убивать. Так, крестный отец. Наша следующая глава. И осталось у нас, по идее, 4 миссии. Вы издеваетесь? На улицах такое творится, а спецгруппу переводят из города? Я кое-что слышала об украденной технологии Аскорб. Вроде пытаются вернуть какую-то броню. И что? О, нам броня. Срочно нужно подкрепление. И всем плевать, если нас, рабочих лошадок, всех положат. Только Фиск имеет такое влияние. Прокачусь-ка я на одном из этих грузовиков. Узнаю, что он замышляет. Почему люди становятся подручными злодеев? Из-за низкой самооценки? Я бы вот это еще сюда заглянул. Проверим нашу паутину, будет ли здесь бронированные чуваки. Ты защищаешь еще хуже, чем служишь. Внимательнее. Ну не фиг. Блин. Козёл попал. Бросок паука! Yes. Придумываю хлёсткие фразы. Что скажешь? Нет, я лучше подлечусь пока. Мы его грохнем! Ничего так. Сейчас любопытной Варваре нос оторвали. Сейчас будет... Вот и представилась возможность узнать настоящие цели спецназа. Блин, а я ж нажал. Непривычно драться один на один, а? Эй, Гриша, это ты? Так. Мы его грохнем!
Сдохнешь! Да... Никаких фокусов! Дерись! Да... Я что-то засёк! В натуре! Не расстраивайся! Не то чтобы... Ну, просто у тебя не выходит. Заткнитесь все! Я что-то слышал! Ну какого хрена ты это делаешь? Я его видел! Я что-то слышал. Хочешь залезть на стену? Бум! Да моя бабка храбрее тебя! Ты? Никаких фокусов! Дерись! Эй! Гриша, это ты? Все ко мне! Ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Непривычно драться один на один, а? Ну как вам сказать? Ты пустышка в мишуре. Я их тут располошил всех просто. Просто представь, что на тебе липкий вонючий свитер. Думаю, стоит догнать грузовики и выяснить, в чем дело. Кришет! Давайте вот так. Мы увидим, в чем сила. В мишуре. Не хочешь залезть на стену? Думаю, подлечимся. Я что-то засёк. В натуре. Ну, подойдите хоть кто-нибудь к краю. Никто не хочет падать. Эй! Что с тобой? Ноздри я не закрывал, так что храпеть не будешь. Можешь не благодарить. В общем, старание и труд. Заткнитесь все! Я что-то слышал. Блин. Теперь мы увидим, в чем сила. Непривычно драться один на один, а? Похоже, тебе мама внушила, что ты можешь стать. Ну вот. Не будь ты в отключке, тебе бы понравилось. Вот и представилась возможность узнать настоящие цели спецназа. Пустышка в мишуре! Теперь мы увидим, в чем сила! Давай! Вот почему меня называют потрясающим! Я их потрепал так прилично во время первого своего захода. Никаких фок... Может, ты хотя бы скажешь какую-нибудь злодейскую фразу, типа «Будь ты проклят, Человек-паук!» Обожаю! Я что-то засёк! В натуре! Хо-хо! И почему не всегда так получается? Всегда приятно вынести мусор. Справились. И прокачались. Полицейские считают, что без помощи Человека-паука не удалось бы избежать жертв. То, что нужно. Так, а мы прокачались.
Давайте я приобрету все-таки эту штуку, потому что, думаю, в следующей миссии нам... Куда? Там... Вот вообще паук. Вечеринка у паука! Точнее, это сейсмоимпульс. Блин, что-то я нифига не могу этому ящику сделать. Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Совсем как на батуте, точно? Так, давайте попробуем. Больше никогда не стану есть чесночную пиццу перед тем, как натянуть маску. Думаю, стоит догнать грузовики и выяснить, в чем дело. Давай, давай, лети, паучок. Вот не успел, походу. Еще один пролет. Так, тихо, тихо, тихо. Владелец предприятия сообщает о нарушении порядка на его парковке. Рановато ты вышел из тюрьмы. Болтал с копами. Еще чего? Есть, паутина, делай свое дело. А давай не будем драться. Давай. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Лишний ты не страшный. Только языком молоть умеешь. Я уделаю тебя! Один на один! Кто там? Бруно? Никто не останется в стороне, если я пользуюсь ей с моим пульсом. Давай! Внимательнее! Второй раз я повторять не стал. Иди ко мне, мой дорогой. Офигеть, еще убил бы меня. Только Фиск имеет такое влияние. Прокачусь-ка я на одном из этих грузовиков. Узнаю, что он замышляет. Чувствую себя хулиганом. Так, я успел подлечиться или нет? Да-да-да-да-да, не хочу я это все смотреть. Мы герой. Многие из хулиганов задер... Готово. Эй, промахнулся. О, да. А, иногда... Сигнал о нарушении общественного спокойствия. Ожидайте немножко точных координат. Покачаемся. Я тебе покажу, кто тут из... Не расстраивайся. Не то чтобы... Ну, просто у тебя не выходит. Бывали у тебя враги посильнее. Ко мне, мой... Тарас, вернись. Не хотел разворачиваться. Вот с этим они немножко натупились.
Я даже испугался. Вдруг кто увидит, как я дерусь с такими неудачниками? Человек-паук снова доказал. Снова доказал. Вот это по-нашему. Сегодня Опа. Мне везет. Так, ну что? Давайте будем двигаться. О, я случайно чисто поймал эту хрень. Думаю, стоит догнать грузовики и выяснить, в чем дело. Как можно устоять? Да, как можно устоять. Выполним еще одно задание. Вам не уйти! Давайте я оставим. Ну, громила, конечно же. Маловато вам платят, парни! Блин, приличных тут был человек 15. Нет, ну 11. Может, нужно это срочно прекращать? Я, значит, не успел тогда прокачаться. Точнее, подлечиться. Ну, бывает. Что ж поделаешь? Опрометчиво рынулся в бой. Вы издеваетесь? На улицах такое творится, а спецгруппу переводят из города? Я кое-что слышала об украденной технологии Аскорб. Вроде пытаются вернуть какую-то броню. И что? Нам срочно нужно подкрепление. И всем плевать, если нас, рабочих лошадок, всех положат. Только Фиск имеет такое влияние. Прокачусь-ка я на одном из этих грузовиков. Узнаю, что он замышляет. Да-да-да. Так, ладно, все. Давайте без остановок. Беру. Уху. А это мне нравится. Так, пожары я не люблю. Вы как хотите, разбирайтесь без меня. То есть он, да, вот мы назначаем точку, и он может выполнить несколько действий. Знаешь, я такие грузовики не водил. Почему нет Тони? Потому что у нас встреча с боссом. И только авторитеты могут знать, где он, когда здесь его не видно. Так что заткнись и займись делом. Ха, так и знал, что не зря подслушивал тех парней. Теперь остается прилепиться к грузовику и доехать к толстяку. Та-дам! Да, поехали. Крестный отец. Старайтесь нажимать кнопки в момент удара по врагу. Скажи, что у нас груз. Я посторожу грузовик. Есть, босс. С этой дверью поможет только одно. Ионная паутина. Прикольно. Совсем вижу человека без шума. О, в броне. Не зря я прокачал. Могло быть и хуже. Например, будь я человеком-слизняком. Ну что? Ха, даже лучшая броня в мире мозгов не добавляет. Рассредоточьтесь и все прочешите. Так точно. Оцепите квадрат. Все выходы под наблюдение. Сделаем. Всех лоботрясов повяжу. У меня план по арестам горит. Вас понял, сэр. Держать контакт по радио.
Выходите на связь каждые 5 минут. Я всем передам. Двойная вахта с каждого Передам парням. Полицейские спецназа работают вместе с преступниками? Нет, кто бы мог подумать. Любой? Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Так, так. Сейчас будем разбираться.